Как Костика. Ну как это не надо? Тут уже никогда ты. Да, ты никуда не денешь. Вот такая получится она должна быть. Финишки. Уже вы показывали первое видео. Пока на секунду дошли. А что, ты сам еще почему? Еще поговорим. Да. Железнит. Там попало ноги пыли. Ну давай еще раз. Дубль 2. Как это она интересна, да? Константин, не до конца. То есть, прячь или что? Я его хотел снять. Ну ладно, держи тогда. Не знаю, что получится лучше. Ну, мы еще руки. Заблутованы. Вот то, что мы видим сейчас, оно вот здесь я покажу. Так, вот она такая. Даже на ощупь она такая колюченькая. Сейчас Костик его покажет. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше. С вами был Олег Антонов. Я хочу им показать вот этот Хилгасо перелив. Ну вот я снимал на этом. На Бузовой так, ну, кое-где удавалось захватить его. Мы прошли шпателёчком, получили такой. То есть, по большому счету, да, оставить его в таком виде, да, скрыть, вот как мы можем лаком скрыть, и уже как самодостаточно. А здесь лишь нет, так не видно. Да. На откосе словить это. Да, только лишь упользящийся. Все, теперь что? Промываем. Грунтуем грунтовочкой. То есть грунтовку где-то развели. Один висите, да, мочи-то? Все, и вперед. То есть тоже использовали клей ПВА. Не, здесь не видно, надо искать скорее. Использовали клей ПВА и, и добавили туда немножко моющего такого. Зася для мытья пустой. Да, там буквально каплю, чтобы он давал такую пеночку. Вот за чайную ложку, да, там, верстовую ложку, там вот на 10 литров воды. Ну, грунтовки. Разведена ПВА, получается, у нас это концентрированная грунтовка.
И добавили туда еще одну еще. При этом мы делаем альтернативку оскаровской винтовки, которую у нас, которую мы очень хвалили, которую очень долго работали, но которая в последнее время нас перестала радовать. Что-то там технологи добавили. Не тот коленкор. Кстати, еще вопрос. Мы обсуждали с Костиком, почему может пить нить. Вот. У нас тоже на Бузовой такая была проблема. Возможно, что вы делаете очень крепкую грунтовку. То есть и наша бывала ошибка, что вот мы хотели добиться пленки, чтобы было вроде как легче делать. И патины, потом лазури, но она получается не стала, не сделала тут доброе дело, а наоборот, может быть, даже и вопрос, он начал пить. Да, та стеночка поинтереснее выглядит. Это, может быть, не стоит увлекаться крепкими грунтовками. Именно на вот этот последний слой, который будет идти перед патиной на лазуре. То есть крепкие грунтовки можно ложить под модельную массу, да, чтобы ее было легче моделировать. Там, да, там есть такое. А вот уже на последний, на патину стоит... Давайте я попробую еще раз. Сейчас Косика еще заснимем. В прошлый раз он совсем был. Сегодня он в лучшем настроении. Движение. Наш декоративная штукатурка превращается в очень оригинальное. А если там шпательком гульнуть по ним, то же я уже показывал, да, получается такой. Вот такой эффект очень. Такой, как мы его можем назвать. На византийской штукатурке. Мы помню делали венец, да, вот такие варианты. Очень классно. Получается, верхушки поджигаются. И она получается как контрастно. Ну и вскрывали воском, и это получилось. Очень и очень интересный эффект. Так что, ребята, до новых волнующих. Да, ребята, это наша неаполитанская штукатурочка. Уже она готова под патинку.